На развитие добровольчества Колыме выделят более 3,5 миллионов рублей. Магаданская область вошла в число победителей всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Средства направят на материально-техническое обеспечение молодежного центра. Это база волонтеров Колымы. В ней проведут косметический ремонт и установят новую мебель. Часть финансирования направят на развитие добровольчества среди старшего поколения. Сейчас в регионе действует 71 волонтерская организация, включая школьные отряды и студенческие клубы.